Новое правительство Австрии сформируют консерваторы и ультраправые. Австрийская народная партия и партия Свободы договорились о создании парламентской коалиции. Если ее ратифицируют, 31-летний лидер народной партии Себастьян Курц станет первым новым канцлером, а Австрия единственной страной Европы с ультраправыми в правительстве. До этого ультраправая партия Свободы более чем 10 лет находилась в оппозиции.